Всем привет! Сегодня я буду делать замену шаровых опор на Toyota Corona. Toyota Corina с двигателем 5AFE. Для того, чтобы заменить шаровую опору, вот, сняли, получается, колесо. Вот где находится сама шаровая опора. Для того, чтобы ее снять, придется открутить две гайки снизу и гайку сверху. Почему делается замена шаровой опоры? Потому что вот такая вот штука. Шар внутри гуляет, пыльник порванный. Все, шаровая свое отходила. Будем ставить новую. После того, как открутили гайки снизу, откручиваем гайку, которая держит шплинт. А помимо вот этих вот, которые здесь, две гайки крепятся, надо еще открутить вот здесь болт. Тоже стоит на 17. Постучали вот по этой части. Ну, я постучал. Тем самым отогнув рычаг. Вот он ходит. Отогнули рычаг и вытащили шаровую опору. Она уже дальше сама вылезла. Ну, новую поставить не будет, не проблема.